Инновации, передовые технологии, инженерные решения и комплексные услуги в области энергосбережения и атомной энергетики, автоматизации и машиностроения. Все это было представлено на стендах четырех индустриальных международных выставок. КазАтомэкспо, Power Astana, Матч Экспо Казахстан с участием 65 компаний и промышленных предприятий Казахстана, России, Германии, Италии, Объединенных Арабских Эмиратов и Чехии. В этом году в тройке индустриальных экспозиций присоединилась первая международная выставка «Неразрушающий контроль и техническая диагностика». Сфера применения подобных методов обширна. От проверки дорожного полотна и плотин до обследования атомных электростанций и космических аппаратов. Самая главная задача сегодняшней выставки и конференции – это найти возможности развития профессиональных услуг, чтобы казахстанские компании смогли оказывать на приборах импортного производства, но высококлассные услуги согласно требованиям международных стандартов.